дорогие друзья, всем огромный привет! Я безумно рада видеть вас на моем канале. И прежде всего хочу сказать, что если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии к моим видео. Мне будет очень приятно. А в этом видео вас будет ждать очень много преображения нашей гостевой комнаты. Сейчас вам все покажу, что конкретно мы с вами там будем делать. Итак, вот наша гостевая комната сейчас. Она немножечко буквально преобразилась за счет появившегося нового друга, это телевизор. Здесь у меня мини теперь получается фитнес-уголок, но это мы оставим. Вентилятор у нас была адская жара, он нас безумно спасал. Так, с чего хочу начать? Нужно разобрать вот этот стол. Здесь находятся картины, которые мы повесим с вами на кухню в ближайшем видео. Картину, которую нужно сделать. И, скорее всего, мы повесим ее где-нибудь здесь на стене, либо оставим на столе как-нибудь красиво. Также мне пришла посылка с Organic Zone. Сегодня вместе мы ее откроем, посмотрим, что я заказала, что мне прислали. Немножечко будем преображать наш диван. Он немного покрылся катышками. Не знаю, видно вам или нет, но он уже так прилично весь в катышках. Будем убирать эти катышки. Будем менять подушки на другие, плед другой. Я вот здесь купила много чего в магазине IKEA. Вот, у меня там и плед, и подушки, и наволочки. Будем все преображать. Также в планах у меня постирать тюль, подрезать ее, подрезать шторы, потому что с чего-то надо начинать. И я решила, что если я не начну сейчас, я не начну никогда. Поэтому в этом видео мы с вами этим займемся. Также, кто смотрит мои видео, знает, что у нас после недавнего ремонта еще не окрашены батареи. Именно трубы не окрашены, так как мы ждали как раз отопление. О, когда нам выключат отопление, его отключили, потом наступила адская жара, красить и что-либо делать было нереально. Так что мы еще в этом видео будем с вами красить трубы, а батареи у нас черные, соответственно, будем красить трубы тоже в черный цвет. И если я вдруг что-то забыла сказать из того, что мы будем с вами делать, вы увидите непосредственно в этом видео. Надеюсь, вам понравится. Предлагаю приступать. А вы запоминаете картинку до. Вот так вот все это выглядит. Посмотрим, как и насколько хорошо у меня получится все преобразить. И первое, с чего я хочу начать, это откроем посылку с Organic Zone. Итак, посмотрим, что здесь первое лежит. Запаковано очень-очень хорошо, но не экологично. Итак, первое, что я распаковала, это оказалась гиалуроновая сыворотка для лица, а точнее для кожи вокруг глаз. Вот так вот она выглядит. Все будем с вами проверять, тестировать и смотреть, как оно работает в действии, потому что просто так я рекомендовать не могу. Когда опробую все, обязательно вам скажу. Думаю, к концу этого видео вы услышите мой отзыв. Второе, что я заказала, это вот такое вот кокосовое масло. Я вообще обожаю пользоваться кокосовым маслом для тела. Я бы не сказала, что у меня сухая кожа, но именно кокосовое масло придает коже сияние, блеск, она становится такой напитанной, увлажненной, хорошей. И при этом именно на кокосовое масло у меня нет аллергии. Вот, поэтому все, кто страдает аллергией и не знают, как напитать свою кожу, всем советую попробовать хотя бы натуральное кокосовое масло. Следующее, что я достала, это морская соль для ванн, прованская лаванда с натуральным экстрактом лаванды, 250 мл. Вот так вот баночка выглядит, очень красивая. Сейчас я хочу понюхать.
Ой, а пахнет вообще чудесно. Любителям запаха лаванды это не такой прям дерзкий, яркий запах. Это очень приятный, такой нежный и утонченный аромат. Следующее, что я заказала, это бальзам-кондиционер для роста и против выпадения волос. Бальзам-кондиционер с ахакислотами и маслом черного тмина. Выглядит вот так вот. И обязательно будем с вами тестировать. Также заказала гель для душа витамины с соком грейпфрута и экстрактом тосканского винограда. Выглядит он вот так вот. Баночки все очень приятные, натуральных оттенков. Даже не хочется ничего срывать, так как выглядит очень даже презентабельно. Не привлекает внимания, как бывает на наших масс-маркетовских упаковках. И последнее, что я заказала, это шампунь из этой же серии. Для роста и против выпадения волос с ахакислотами и маслом черного тмина. Выглядит это все дело вот так. Будет использоваться в паре, специально брала. Итак, вот в принципе и вся моя посылка. На сайт Organic Zone вы сможете перейти по ссылке в описании под видео. Сейчас просьба всем швеям отойти от кадра, всем слабонервным и перфекционистам в том числе, потому что я подрезаю шторы так, как я придумала, без заморочек, без каких-то лишних действий, как можно быстрее. Итак, я отмерила 40 сантиметров от края до сюда и полностью прочертила, получается, две шторины. То, что у меня осталось... Я буду загибать сюда, в эту сторону, назад, и пришпаривать утюгом такую специальную клейкую ленту. В общем, для начала сейчас отрежу, посмотрю, как это все будет дело выглядеть. И думаю, что так с запасиком припаяю, потому что все говорят, что икеевские шторы после стирки садятся, поэтому оставлю пару сантиметров на усадку. Они будут немножко болтаться сначала по полу, но когда придет время стирать шторы, они у меня потом не будут парить в воздухе. Итак, сейчас будем с вами подрезать и заодно сниму тюль, отправлю ее в стирку.
давайте я наконец-таки вам поближе покажу, что я купила в Икее для декора нашего дивана в зале. Взяла вот такие вот наволочки 50 на 50. Ссылки оставлю в описании под видео. Если нравится, заходите, смотрите, покупайте. А по качеству очень приятные, красивые. Расцветка такая прям летняя. Даже немножко, на мой взгляд, весенняя. Но я как раз брала на лето и на осень. А дальше уже буду менять на зимние наволочки. Они между собой очень красиво сочетаются. Вот, также взяла вместо моего красного пледа, у меня теперь будет такой вот темно-зеленый, красивый, насыщенный тоже цвет. Мне очень нравится, сочетается также со всеми наволочками. И взяла подушки 50 на 50, сейчас буду пытаться их как-то распрямить, потому что они были в вакуумной упаковке. Вот так вот они называются. Стоили, по-моему, 179 рублей, если я не ошибаюсь. Но ссылки, опять же, на все оставлю, поэтому кому интересно, заходите и смотрите. Как и обещала, в конце видео рассказываю вам о своем мнении о косметике Organic Zone. Косметика натуральная не вызвала у меня аллергии. Все ароматы достаточно сдержанные и природные. Из всего заказа могу выделить гиалуроновую кислоту для лица, так как она замечательно подошла мне и подойдет всем в летний жаркий период.
и кокосовое масло для тела. Оно совершенно не имеет запаха, но при этом достаточно хорошо впитывается в кожу. Надеюсь, это видео вам понравилось и было полезным. Обязательно подписывайтесь на канал и оставляйте свой комментарий. Мы с вами совсем скоро увидимся. Всем пока-пока!